Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подвело итоги за первое полугодие 2017-го. Под надзором управления находится более 600 организаций. За отчетный период сотрудники провели порядка 200 проверок. Количество выявленных нарушений обязательных требований значительно возросло и составило более 2000. На основе этого в отношении нарушителей выписаны штрафные санкции на общую сумму 18 миллионов рублей. Жители нашей республики во всех УЛУСах обычно всегда направляют или в прокуратуру, которая переправляет нам эти жалобы, и к нам непосредственно напрямую. Поэтому мы стараемся все жалобы отработать и довести до сведения заявителя, что если, значит, получается, значит, потребовать выполнения, если не получается, значит, какой-то там дать срок. Ну, каждое письмо, каждая жалоба у нас отрабатывается буквально 30-дневный срок, как положено по регламенту.